Знаете, перед каждым включением камеры в голове обычно придумываешь какую-то вступительную речь и так далее. Но мне а тут Димон. Мне что-то лень, короче. Всем привет еще раз. Димон врывается к нам на комментаторский слот. Как тебе, Димон, после аналитики? Нормально. Ты, еще не... Ты когда в последний раз комментировал вообще? Меня здесь еще не были. Не были еще, да? Решили выпустить Кракена. Да, на давай. На самый сочный матч. Короче, если ты не знаешь, что говорить, говори, как я вот, например, когда я запускаю трансляцию, я просто говорю «здорово». Ты запускаешь трансляцию? Ну да. Когда последний раз? Когда последний раз? Ну бывает, я просто говорю «здорово», все. Но здорово. Без лишних. Здорово. Я обычно тоже так говорю, Димон, когда запускаю. Да, и Хелберри говорят: здорово, нам нечем бить вышки. Не, может, конечно же, Верочка фокус фаером эти вышки пробить, такое. Ой-ой-ой-ой, бежать, цеплять нечем. Да, только Клокверк может с батареечками в теории, хотя хорошая привязочка залетает от Худвинг, наверное, Мипошку здесь заберут. Мипошечка, до свидания. ФБ забирает Штормштормер. Знаешь, в чем была ошибка? В чем? Первому нужно идти либо Паку, либо Мирани, либо Тимберу. Там три героя, которые могут спокойно уйти на Тимберчейне, на Липе, на Арбе. Но вместо этого идет Оракл. Впереди всех. Ошибочка. Ошибочка. Наказывает за это Хелберри, забирает ФБ. Неплохое начало. Так, ну что? Теперь вопрос, что будет по баунти-рунам здесь. Сколько смогут забрать себе у нас Хелберри, сколько Тим Спирит? Делаем ставочки. Ну, я думаю, 50 на 50. Так, ну что, Эйс здесь видит миру. Лупи ее. Ну что ж, по итогу у нас получается 50 на 50. Как и прогнозировалось, разбегаемся по линиям. Главное, толку сейчас здесь не погибнуть, не подставиться по стрелу, что, собственно, Гудвинг и делает. Ну и на этом все, видимо. Как тебе Кэриак? Выбор здесь ласпиком против. Он не бьет вышки, я осуждаю. Надо бить вышки? Это понятное дело. И бить Мирану тебе. Ой, более, слушай, смотри. Миран сейчас умрет. Смотри, два в один просто. Пришли и развалили. Белочка сейчас мечтает умереть, но хочет, чтобы Оракл еще раз кастовал первый. Смотри, вот он идет, тычку дает, первый скастовал. И пауза стоит. Ну, Белка все равно мечтает отъехать. У него мало хп, это уже не ФБ, проще откинуться. Отдохнуть. Зайти в таверну. Да, согласен. Да, и потом вернуться на регенс. Ресурсы тратить тоже не хочется на регенс. Вот с момента, когда стали давать ТПшки после смерти, это просто кайф играть на саппорт. То есть вообще одно удовольствие. Что угодно можно делать, погибай сколько раз, ТПшка в любом случае будет. Ну что ж, ни одной игры без паузы, по-моему, сегодня не обошлось пока еще. Но благо здесь недолгая пауза, поэтому давайте смотреть дальше за игрой. Ну-ка. Да. Она не хочет погибать. Нет, она бьет в ласку. Это минус голда. И у нее мало маны. Эх. Да, но и Мипошка полетел. Уже полетел наверх на помощь своему тиммейту, потому что луну одну оставлять нельзя на линии. Ну и в миде противостояние ВР-ки против Пака. Я давненько ВР-ку вообще не видел, если честно. А мы вчера ее видели. Да? Да. Я не все игры, значит, смотрел. И она норм. Да? Она против Лины удар держит. Вау. Она не разваливает, но она повершота кидает. Нормально. Понятно. Да. Так, ну здесь у нас Гилгир выпуливает крипов под вышечку, прямо между вышечками, точнее, чтобы все это дело зафармить. Ну и Мипошка его гордо сопровождает здесь также, будет всячески мешать. А Оракл ручками работает. Причем два крипа отпулились. Смотри, за Денайл еще, кроссовчик Оракл, смотри, что творит. По-моему, Ренжевика на самом деле добил. Да, лучше. А Гена, смотри, это курьер. Опачки, говорит, не трогай. Это байт. Смотри, да, как да, луна да. Разводится. Генерал хочет. Он крадется. Не, он делает ТП. Был опять байт на курьера, но генерал, как говорится, не ведется на такое. Да, красиво отыгрывает, на самом деле, обе команды. Там Оракл красиво продолжает развлекаться с Клокверком. Действительно, что Клокверк смог сократить дистанцию, нанес существенный урон по Ораклу. Ну и самое главное, чтобы вот этот кэмп был заблочен всегда. Потому что если они будут выпуливаться, то здесь у Клокверка есть какие-то шансы закатиться либо в Луну, либо в Оракла. Так, ну что, Ятра спокойно продолжает на линии стоять фармить. В принципе, его оппонент по роли есть на линии тоже неплохо себя чувствует. В миде пока хорошее преимущество за Штормштормером на... А нет, уровней тут ровно. До последнего крипа была просто небольшая разница. Пока спокойное начало игры. Хотя два фрага вроде уже сделали Хелберри. Но в целом пока по линиям все ровненько. Ну вот мы смотрим на Акса. Это классный дядька, если
Ну, если мы будем смотреть только на него с точки зрения замеса, что вот он кого-то прыгнет, это начнет да. крутиться, и там туда-сюда, много раз повезет, кого-нибудь разрубит, да. Но если вот мы будем просто рассматривать с точки зрения 5 на 5, где ему нужно хотя бы зайти на хайграунд, то с хайграундом большие проблемы, потому что когда два кора видеакс и верки, не очень хочется давать фокус-файр вышку. Потому что ты отдаешь фокус-файр вышке, все, у тебя нет ресурсов, чтобы убить хоть одного героя по-быстрому. И в итоге, не знаю, какой-то прохладой. Ведь, если честно, так не вызывает он доверия, мало к нему уважения. Я кондиционер вырубить, может быть, ему он что-то не видел прохлады тебе. Не, лучше наоборот рубить. Ну, это не в моих силах, увы, к сожалению. Да, но пока действительно неторопливая у нас дотка получается на первой карте, как минимум, спокойно стоят все фармы. Четвертый левел уже получил верочка. Заряженный ботл пака также. Один заряд еще имеется. Пауэршотик залетает. Пак даже не реагирует. А он до этого потратил шип, по-моему. Чилит, чилит. Да. Он заевейдил тычку вроде как. Ошибся, получается. Получается, немножечко урона впитал. Но, кстати, с другой стороны, мог бы отбежать в сторону, да, опять же. Ну, ладно, давайте посмотрим за прекрасным. Давай. За прекрасные Мираны. Потому что... Ну, понятное дело, что на этой линии с Тимбером она вообще ничего полезного сделать уже не может, там до 6-го левела можно челить. Поэтому идем в лес, кидаем стрелы в крипчиков и качаемся. Вообще идеально. То есть в паблике это инста-репорт сразу. Вот если так вот в паблике будете делать, вот лично проверял, это инста-репорт, там идти отмывать ЛП, в общем, не есть хорошо. Но в команде, если разрешает, то чего бы и нет. Потому что один черт на этой линии, она Тимберу не нужна. Ну, согласен, помочь-то особо нечем. А Тимбер на самом деле начинает уже страдать. Батл Канкер его пробивает неплохо. Плюс тут еще и тофу накидывает с руки очень хорошо. Смотри, она пришла. Она тыкает. Она тыкает, но Аксу от этого не легче. При этом, точнее, Тимберу. При этом Аксу на этой линии стоит. Она даже если его будет тыкать, у него уже имеется колечко, а урон у нее маловато. И если... Так, сейчас сама Мирана не поставилась, на самом деле. Да, да, да. Это очень такой важный момент. Если вдруг она использует стрелу, то в нее тут же летит горелка Аксы, и она сразу же убегает на линии на ЛХП. Поэтому здесь... Ну, короче, такая себе линия, не знаю, пожилая какая-то, не знаю, слабая, осторожная. Вообще, не знаю, по-хорошему ей бы свалить наверх и просто кого-то убить через комбинацию первого оракла, бим и стрела. Так, ну что ж, можно посмотреть пока что на нетворсы, и можно обратить внимание, что топ-2 нетворса на карте принадлежат кор-героям команды Hellbear Smashers, особенно Эйсу и Верки. Очень хорошо идут эти два героя пока, по крайней мере. Так, Таранто Токио. Успевает закинуть арбу, уворачивается от пауэршота, и в итоге его поймать не удается. Коллапс выпуливает на себя крипцов, у него там в двоечку уже прокачан реактив армор, поэтому какой-никакой реген имеет все-таки. Да и худвинг не особо-то уже и пробивает с руки, как бы. Угланивался, красавчик, смотри, как бегает мансит. Тимбер понял, чем надо заниматься, да, вместо того, чтобы стоять на линии и получать... А Макс урон... побежал за... Ну да, за малышкой. Ну, кстати, там медленно-мерно погибает. Так вот, вместо того, чтобы стоять на линии против Акса и заниматься фигней, Тимбер просто заходит за вышечку и аккуратненько все забирает, благо слоринг у него имеется, и хапрегена ему хватит. Вот так вот. И Белка может сколько угодно его лупить, вот так вот, тычковать, да ему все равно, у него уже 12 стаков, у него большое количество брони, и она здесь его, ну, массажирует, там, я не знаю, гладит ему спинку, чешет там, не знаю... что-то еще. Ну, короче, тайская массажистка на наших экранах вот стоит и удовлетворяет Тимбера. Да, тем более, что сейчас скоро уже 5-й левел будет, 3-й реактив армор, вообще ничего уже. Да, 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 да. Поэтому ей тоже куда-нибудь пойти. Вот в отличие от Мирана, нет такой опции, что она может зайти в лес и убить крипчика, но она может хотя бы постакать, потому что у них в пике есть Акс, и Акс будет рад, если ты зайдешь на любом левеле с вангуардом и забираешь вообще все. Но тут сопровождение Тимберсо в любом случае продолжается. Пока, по крайней мере, вот он закончится неясно. Ну, смотри, вот он уже начинает понимать, что на этом и не происходит. Он уже чувствует, что бить его не имеет смысла. Понятное дело, что просто проще их оставить один на один. Ну да, Эйс опять же тоже не даст вышку здесь запушить. Да, никак, да, да, да. А Белочка пошла стакать. То есть Белочка пошла стакать леса, и в принципе это лучшее, что может в данном случае сделать. Да, вангвард у Акса готов. Миди, Дримкоил на ВР-ку неплохо. Под Саленс попытаются забрать сейчас. Хватит ли урона? Вот в чем вопрос. Урона пока не хватает. В итоге Штормштормер выживает, а тут в это время врывается Мирана на с какого-то сам перепугу, без... я не знаю, да, и умирает. Ну что, бывает. Три героя пришли в мид, и один из них погиб.
И такое бывает. Не тот, которого планировалось забирать. Да, не да, с той да, стороны. Да. Ну, к тому, что они проиграли сейчас замес, по сути, 3-2. И пока у Хелберов все нормально, да, потому что у них сложная линия, там все более-менее нормально у Пангальера, в миде Верка чувствует себя тоже замечательно. Акс на легкой линии с большим отрывом идет от Тимбера, обгоняет его больше, чем 1000 голды. И Аксу нужен блинк, просто чтобы начать какую-то движуху устраивать на карте. Можно, знаешь, как некоторые Аксы любят собирать там манту, можно, конечно, и манту собрать, но, если честно, вот что-то против этого драфта манта не улыбается. Я, кстати, уже купил блинк и что-то делал. Интересно, что он будет брать. Вот он пока думает. Пока ВГ, но там не ясно дальше. Так, привязка залетает от Штормштормера. Хорошо. Удвинул уже здесь, помогает. И вторая смерть Мираны за последнюю минуту на ваших экранах. И это еще не конец. Арбу потратил, смотри, ошибся. Потратил арбу, и Клокер бежает. Пошел. Коги имеются, лупимся вместе. Белочка наступает. И Торонто Токио тоже отправляется в таверну. Хороший фраг. Еще один. Мидера забирает у Team Spirit. И Хелбера вырывается на 1000 вперед. Ну, окей. А Ятара продолжает фармить на линии. Пангалера ждет кого-нибудь. 1-2 он здесь, понятное дело, что ничего не может сделать. Его надежда, что Луна будет толкать линию, толкать она будет выгнуть. А, это, я так понимаю, стаки с Пангалера? Да. Акс пошел. Ну, а что, он с Пангуардом, он заходит. ХП у него много, там, люди находятся далеко. Опа. И вот временем коэффициентик на эту... А это на игру у нас. Получается 2-0-8 на Хелберов, 1-7 на Team Spirit, а GGBet не на карту, на игру. Ну, Хелберы пока хорошо начали. То есть осталось продолжать действовать в том же духе. Нужно помнить о том, что Луна покупает масочку и идет быстренько фармить лес. И вот в этом случае Акс, конечно же, может, вот как вот все уважаемые Аксы в нынешнее время, там, купить себе айтемы на разгон. Но будем честны, Луна его все-таки рано или поздно обгонит. Оу, забрали, ничего забрали, себе, Тимбера здесь разрубил, эйс напополам, отличный фраг. Параллельно, правда, до этого забрали Тофу, но это не так важно, как смерть Тимбера все-таки. Ну и сверху вышка падает потихонечку у команды Team Spirit. Не по-русски немножко звучит, просто у Team Spirit, наверное, правильно говорить. Да, но как бы то ни было, вышку пытаются задефать всячески здесь. Выходит Ятара из леса, Мипошка тоже перетягивается. Вышка динайбл, да, я так понимаю, можно задинаить. Да, и уходим в лес. Луна свою линию отстояла, Нетрус у нее хорошая, Пангалера она обогнала. Идем пылесосить лес. У нас по итогу Акс, получается, будет все-таки еще где-то 5 или 6 минут фармить лес, поэтому вся надежда на ВР-ку. Потому что сейчас нужно просто идти, стоять. Все варды, кстати, один из вардов уже стоит. Там прекрасно видно, как Луна фармит. И по-хорошему можно закатываться 2-4 на 7, просто убивать, пока она фармит, она сейчас беззащитна. Опа, белочка пошла. ДД, так-то у белочки, если что, надо быть аккуратнее с ней. А то так и без лица можно остаться. Так, ну а здесь, видимо, Манта стайл, да, все-таки у Эйса будет, судя по наличию ультимейт орба в квикбай. И, наверное, Яша уже пролетела, да. И вот он Тимбер, смотри, поехали. Ну, стакан, 2-4 стака. И не с чем, ну, плюс один нужен. Да, это ВРК здесь, да, пошел фокус фаер, Тимбер начинает расстреливать. И Тимберу больновато на самом деле, что ульта будет от Эйса или как, или просто добьют с руки. Да, все-таки с ультимейт Эйса, отлично. И это уже вторая смерть для оффлейнера команды Спирит. Блин, опять команда, говорю, да что ж ты сделал. Надо себя приучить. Нет. Борис, давай. Да, Борис. Можешь. Бороться. Так, тем временем Гена в соло забирает. Ну, слушай, здесь я не удивлен, учитывая, что это сигнатурка для генерала. Я видел игру не так давно, где он отыгрывал, там у него нетворк был больше, чем у Кэрри из своей же команды, потому что там просто уничтожил линию. Ну, здесь, конечно, генерал выделяется. Пока просто скилла. В одни ворота из того, что мы видим, происходит игра. Здесь убивает героев снизу, убивает героев сверху, убивает героев в центре. Ничего себе он как четко все сделал. И мы видим, что спирит инкит совсем ватный, потому что снизу погибает Тимбер, да? Три тонких героя бьют центр. Три тонких героя бьют центр. Приходит, не знаю, любой герой, там, Пангалер, Клотверка, они уже разбегаются в ужасе, и при этом никто не помогает Луне, который забирает генерала соло сверху. То есть умереть на трех линиях где-то, наверное, за 30 секунд — это ачивка, ну, так вот, в интервале. И в итоге Тимбер возвращается. Если он не поставит себе вард, его сейчас можно прийти еще раз убить, а потом еще раз. Ну, пока он не купит. По его душу уже выехали. Да. Потягивается Худвинг, агрит на себя крипов. А, она их берет за собой. А когда... Как супадует, смотри, как четко. И когда у нас уважаемый Тимбер купит Худ, там уже Верк купит себе молнии. И там, понятное дело, что Худ его с большой вероятностью не спасет. Поэтому здесь нужно вести себя осторожно. Нужно помнить о том, что отсутствует на карте Клакверк, отсутствует на карте Белка.
И так. Вот они. Втроем снова начинает Фокси Тимберсоу. И снова ультимейт Эйса. И снова Тимбер погибает. Не успел Мипошка с подсейвом. Его перехватывает сейчас Дилгир. И Мипошку, наверное, тоже заберут. Могли бы, ну, если бы не Кокер. Бывает. Ничего страшного. Короче, я повторюсь. Я не знаю, там, если Арат меня слышит или кто-нибудь из штаба Спирит. Просто поставьте вард коллапс, чтобы его не убивали так вот нон-стопом. Потому что он может еще на эту линию прийти 3-4 раза. Его еще 3-4 раза убьют. И таким темпом рано или поздно доберется до четверки Мирана. Это поминки. Потому что пока 4000 это уже много. 4000, то есть, по сути, уже у хеллберов огромнейшее преимущество. Очень много того, как именно они его реализуют. И здесь, конечно же, все внимание вот мы уделяем Эйсу. Потому что Эйс на этом турнире зарунил все карточки хеллберам. Вообще все. Вот все, которые хеллберы проиграли, да, все их зарунил Эйс. Слушай, я вот здесь есть надежда, что он не зарунит. Которые я видел там нормально. Нет, я говорю, все, которые зарунил, смотри. Которые они проиграли? Да, все зарунил Эйс. Поэтому будем за ним следить. Хорошо. Пока у Эйса все хорошо. 8700 Networks лидирует с большим отрывом. Генерал его, конечно, потихонечку догоняет. Вообще это не свойственно, да, обычно для оффлайнеров, что он имеет такой большой Networks. Атакует на Ятора, нападает. А Ятор один без защиты. А он один, никого нет. Да. А знаешь, почему никого нет? Потому что до этого Мипошка летел сейвить как раз к Тимбера. Да. Нет, чтобы обратно вернуться. И в итоге сейчас попыточка забрать Акста, сливает от него все ресурсы, но он довольно... Слушай, если Акста заберут, будет жирный фраг. Очень жирный фраг. Акс все еще продолжает жить, манцевать до конца, но все-таки добивает его. А тут уже генерал раскастовывает свой ультимейт и сейчас будет просто съедать, ну, не знаю, снимать сливки. Ну, да, да. Пытаются здесь, конечно, подсейвить. Мне нравится, как Пака. Внизу стоят два героя, такие смотрят. Пак умирает. Помочь не можем, да держись. По итогу забирает еще одного второго. Короче, слушай, как круто действует Хеллбер. Но Тимбер начинает давать ответочку. Руну забирает. Тимбер там просто добил лоу-хп персонажа. Да. Ну, в любом случае. Не берем это в расчет особый. Но как бы то ни было, да, хотя бы забрали Эйса, но все же как-то поувереннее смотрится в целом по игре сейчас Хеллбер. И приходит сюда Ятора, закидывает ультимейт. Ну, такой себе в итоге, не очень много урона взлетело. Да. Все как-то распределилось по итогу, и никого Ятора забрать не смог. В итоге у него получается статистика 0-2-0, он возвращается обратно в лес, продолжает фармить, и когда он оттуда выйдет, вопрос... Рейдентам нужно идти вообще. То есть у них такие герои, они прям супер мощные в атаке. Это Клокверк, Верка, это Белка с мощным раскастом, Пангольер. Кстати, страхуем ставочку. Да, я напоминаю вам, что по данному коду вы можете застраховать свою ставку у наших друзей GGBet, но есть один нюанс. Этот код работает только пока идет игра. Вот. Короче, никакой пощады. То есть здесь, даже если они не убивают Луну, нужно просто сделать так, чтобы она в лес не заходила. Если вот эта Луна не заходит в лес масков, ну, стоит, по сути, денег брать негде. Вот. Понятное дело, что в других частях карты фидить по одному нежелательно, потому что все-таки денег сейчас дают много за героев Хеллбер, потому что они очень много имеют в целом на команду. Но они в любом случае снова забрали Луну. И... Ну да, в это время спириты забирали Клокверка. Размен хороший, опять же, в пользу команды Хеллбер. 4000 они ведут, но главное давление не ослаблять свое сейчас и продолжать первым номером отыгрывать. Так, тут Вичблейд пока что Пака. Можно сравнить пока что показатели кэрри обеих команд, что по фарму у них вышел по итогу. Но понятное дело, что Эйс больше имеет гораздо, нежели Ятора. Ну вот у Хеллберов у них вот сейчас Пангольер. И он реально мощный. Он топ-3 по Нетверсу, он солидно обгоняет, и он там соло Луну убивал. У Спиритов есть Тимбер, который еще не вошел в ту самую кондицию, где его не могут забрать за рассказ, но он купил Блэдмейл с Блэдменчиком, возможно, что им это получится. Так, Пангольера здесь подловили. Минус Дримкоил. Продолжения никакого не будет, да. Потратили ультимейт. Ну, чтобы руну, видимо, забрать. Ну. С подноса прямо. Вот, прямо из-под носа забирает фарм Максимович. Это тоже. Дримкоила нет, смотри, Дримкоила нет, можно посмелее действовать. Там нет хорошего зацепа без Дримкоила, да, то есть первый Оракл, стрела — это ненадежные спилы. И вообще, по-хорошему, сейчас вот спирита слишком много себе позволяют. Все, что нужно сделать Хеллберам, это прийти сюда вместе с Аксом. Кстати, Акс почти купил блин. Акс. И сделать минус 5. Акс вообще грамотно действует. Если обратите внимание на мини-карту, Эйс отправляет иллюзию за вышки. Одновременно пушится и верхняя линия, и центральная линия, и поэтому вынуждены возвращаться обратно Team Spirit, и ничего толком не смогли сделать на территории команды Хеллбер. Да, учитывая, что у Спирита у нас ни в центре, ни сверху, очевидно, что они бегают где-то там снизу, поэтому сейчас оптимальнее всего смотрится смог. Они просто забегают и выгоняют Team Spirit из леса, да. Тем более, что появился блинк-даггер у Акса, самое время идти и реализовывать его коллапс в миде. Фиксила сейчас у Team Spirit, вот он Тимбер. Привязочка, ну, понятное дело, не залетает, Блейдмейл отрабатывает. Да, вот это, кстати, Блейдмейл, тебе нужно валить. Беги, Тимбер. Помогите.
Клокверка. Слушай, Клокверка забирают. Это еще не конец. Там Пак притаился, готов ворваться. У него, правда, Дримкойл все еще в КД. Но, может быть, что-то сделал и так просто с руки. В итоге Тимбер забрать не удалось. Вот подтягивается Эйс. У него есть блинкдаггер, но нужно выбрать грамотный момент, чтобы ворваться. Ну, во-первых, лучше, конечно, врываться не в Тимбера, а в тех, кто стоит за ним, это раз. Во-вторых, если уж нападать, то не Клокверку, а Аксу. Все-таки Акс там с блинком. Мужик, давай. Один с коннекторса, делай что-нибудь. Так, Тимбер пошел в разнос, похоже, до конца. Коллапс, ничего не боится. А Акс получает Сайленс, получает Бим, получает Дримкойл. Все Эйс получает в лицо. Эйс отдает на месте. Один просто. Сканетверс в скобочках, Эйс ворвался. Ну, короче, вот оно и началось. Спирты начинают брать тимплеем, а Эйс, он взялся за старое. Да, очень странный мув, конечно, я согласен. Но так. Просто один находит четвертый такой. Парни, вы где? Парни. Как говорила одна легенда, да. Ну, ладно, блинкдаггер появляется еще у Пака. Покатился генерал, возможно... Заберут здесь Мипошку, да, Мипошка погибает, но вот что делать с коллапсом? Фокус Файер зря отдал Ворклу, Ворклу так погибал, было очевидно. Тимбера можно убить, Тимбера нужно пинать, его забирать вдвоем. Здесь Тимбера слишком много себе позволяет, потому что они сильно отстают. Ну, если так вот присмотреться, да, все-таки там противника очень много. Единственное, за счет чего они сейчас делают фраги, единственное, за счет чего они убивают Акса, это, ну да, они там сделали хорошее действие, но, будем честны, Акс просто вошел и подарил себя сам. Завернул подарочную упаковку, вот этот бантик завязал и говорит, берите меня, вот. Ну, в принципе, то, что он делает всегда. Поэтому есть надежда, что он сейчас снова соберется, поэтому вместе с своей командой начнет воевать, потому что спириты медленно, наверное, начинают получать артефакты. Опа, верочка. Да, и если просто посмотрите на преимущество, которое осталось у Халберов на данный момент, оно больше тысячи голды. До этого, опять же, напоминаю, они лидировали порядка 4, там 5. Практически 5, да. Да, 5000. Тысяч золотых. И... это хороший отыгрыш по итогу получился у Team Spirit. Да, и вот теперь вот эта Луна, которая продолжает фармить, она там рано или поздно купит себе Блокинг Бар, а когда она себе купит Блокинг Бар, ее забрать уже будет довольно крайне сложно, потому что тот же Пангалер, он, ну, он просто катается, и пофиг. Вот. Хорошие вещи дропаются, кстати. Яблочко, уважаемая штучка. Забираем. Очень крутая штука выпала Аксу. И видно, что спириты грамотно доджат линии, грамотно доджат замесы. Понимая, что противника очень мало тавердэмджа. Если хеллберы будут в этой игре просто идти размениваться товарами, то здесь, понятно, все в руках Team Spirit. Они вышки сносят банально в два раза быстрее. Ну что ж, подуспокоилась пока что немножко игра. Снизу запушилась линия в сторону хеллберов. Сверху в это время, что Штормер пытается добрать все-таки Т2 вышку у Team Spirit. И, судя по всему, справится с этой задачей, потому что спириты не собираются ее защищать. Ну а, соответственно, раз Т2 упала, наверное, можно и аванпост перехватить. Также под свой контроль. Не успевает, да? Да, не успели. Нет. Ну ладно. Лучше поздно, чем никогда, правильно? С другой стороны. Так, лучше никогда, чем поздно. Что это за новое изречение, Димон, такое? По такой логике, ну, я не знаю, даже что-то это... Боязно. Лучше никогда, чем поздно. Знаешь, есть такие шутки из серии «Абсурд». Главное, чтобы твой собеседник, в общем, рассмеялся и... Да, и... Там тем временем Рошан падает. Рошан падает, и не хотят драться за него, я так понимаю. Хотя нет, слушай, смог разбивает спириты, но успеет. Ну, хотелось бы, да, успеть, потому что ВРК уже дала фокус-файр. Фокус-файра нет, они состоят в кучке, и здесь очень круто ворваться Паку, довольно-таки неплохо дать эклипс, поэтому надо прямо бежать быстрее. Сейчас, вот, прямо сейчас успевает, нужно врываться, но нет, Рошан уже упал, возможно, будет даже контратака какая-то здесь, потому что уже и Клокверк, Пака подцепили, кстати, нет, успевает уйти на арбу, Эйс побежал вперед. Попытался заколить кого-нибудь на себя, но не смог этого сделать, к сожалению. Генерал. Хороший дримкойл от Пака по двоим. Генерал стоит на месте. Только сейчас поехал вперед. Ну, что-то как-то так себе пока. Ну, Мипошка. Вот четверка Оракл. Ну, да. Окей, Мипошку забрали. А дальше что делать? Непонятно. Эйс опять пытался заколить на себя Тимбер, но Тимбер всех тут переиграл и уничтожил по итогу. И на этом драка пока что подходит к концу. Пак врывается вперед, пытается генерала забрать. Крам не дотягивается. Кол в итоге наконец-то Айса достигает коллапса. И коллапс успевает уйти на Тимберчейне. Не самый лучший ультимейт, на самом деле, залетает сейчас от Ятора. Забираю здесь в итоге Гилгира. Вообще тоненько. Под вышечкой. Да, Акс пытается убежать. Акс начинает танцевать, получает еще один бим. Но у Акса есть Аегис.
Он все-таки решает отступить пока что в Хелбера, но получается драку проиграли. Да, проиграли драку. Ну такой хаос, мы видим, как Пангалер пытается ворваться первым, по итогу у него ничего не получается, он пытается укатиться, его забирает Мирана, потом Акс бегает. Акс что-то вот он немножко надоелся, честно, все время ворваться в Тимбера, потому что да, Тимбера где-то там можно убить, если кинуть все, но черт возьми, если за ним стоит Оракл, если Оракл там не первый раз играет в доту, он знает, как его скиллы работают, то он просто кинет сейф, поэтому Аксу надо взять себя в руки и понять, что Тимбер — это последняя цель, которым прыгает. О, по минусу. Интересная ситуация только что получилась на ваших глазах. Мипошка снова погибает, да, но там прямо Вакса запрыгнул сейчас. Вот. Пак. Вот они цели, вот они мягенькие, сочненькие. Вот он, Пак, берешь, забираешь. Вот. По-моему, вот. Такое ощущение, что Пак сам. Он сам не упрыгнул. Да неважно, да, либо ты, либо он, какая разница. Главное, чтобы вот ты был подальше от Тимбера и поближе к остальным. Это гайд для Акса, вот что обращайтесь. Да, неприятная, конечно, новость для команды Spirit, то, что Акс погибает, но и сейчас за это они, наверное, лишатся вышки снизу, потому что линия запушилась. Можно попробовать ну, побить. Ну вот бить они будут вот так. Да, Акс, конечно, вот слабый себе убить. Силовик, у которого плюс 7 урона с руки, он вот эти вышки ковыряет долго, именно поэтому даже если Хелбера захватывают преимущество, они эти вышки пинают да, в вечность. Летит сюда Мирана, подтягивается коллапс. А это не Мирана, это Ядор прилетел, да. Мирана умирает в этот момент, успевает потратить два липа, ну, прыгивает на локдаун, окей, Moonlight Shadow. Так, вот он, Акс, и он снова прыгает в Тимбера. Но пока тут воюет. Такой, блин, что-то не так, зачем я прыгнул, черт, это же Тимбер, он меня убивает, он меня разрывает, у меня нет против него и шанса, блин, давайте его побью. Генерал под Салицем, под фокусом, генерал погибает, это печально, у него все имелось в наличии, ультимейт, он ничего не успел раскастовать. Эйс врывается вроде бы неплохо, забирает Мипошку в итоге, но распиливает его, но это только Эгис. В это время погибает Гилгир, Эйс сейчас будет один. Стрела летит, Эйс очень быстро теряет хп, подсейвить некому, скорее всего, Эйс сейчас тоже заберут. Короче, вот если он так вот еще 5 минут поиграет, 1-0, Грасс Спирит с победой, даже несмотря на то, что 2000 голды все еще за Хелберами, потому что, ну, мы видим действия Акса, они не подают с логике. Он прыгает Тимбера, ничего не происходит, он умирает, когда он прыгает Тимбера. Он прыгает любого другого героя, он его убивает, и... Эйс, дружище, черт возьми, он топ-4 инта, по-моему, был. Было да, время. Было, Steam было время, да. Что с тобой случилось, друг? Так, неужели, погоня продолжается. Неужели постарел? Штормштормером, но он далековат уже. Ну, старость, как бы, да. Уже все, да. Года. Что поделать. Так, ну что ж, от былого преимущества Хелберов практически не осталось и следа снова. Да. Эйгис нет. Эйгис они не разменяли ни на что по итогу. И у них по итогу кэрри, Акс против Тимбера. На бумаге он ничего ему не делает. На практике он тоже ему ничего не делает. То есть единственное, кому тут Кэрриакс что-то делает, но это какой-нибудь Оракл. Вот Оракл он закрывает. Лучше он у него ворвался, взял и развалил, но... А остальных героев кто убьет? Кто убьет Тимберстон? Сэнджин Яша была в Курьере, тем временем подрезана. Или что это было? Чья это Сия была? Не обратил внимания. Чья? Ладно. Мастер. А, он тебе донес все-таки, да? Все окей. Да. А, 2.23 у нас тем временем коэффициент на Хелберов, на это на игру, и 1.61 на Спиритов от GGBet. Ну, как бы, но Спириты пока... все еще в ранге фаворита. Знаешь, ну вообще при такой игре тут на Спиритов уже как бы... Уже кайфа надо закрывать, вот учитывая то, что делает Эйс. Да, потому что я просто это наблюдал, знаешь, он у меня уже как сын. Вот я наблюдал его с самого начала, когда мы комментировали вот этот турнир, 2CL. Я смотрел его игры, вот были игры, где он действительно играет хорошо, четко, надежно, какого-нибудь ТБ. Просто бегает, кликает, и ничего сложного там нет. Там не надо думать даже, кого бить, просто бьешь ближнего, и все. А здесь ему на Аксе реально надо понять, в кого надо прыгать, а кого нет. И пока мы видим, что парень не справляется. И вот обычно вот на этом его игра заканчивалась всегда. Всегда, но может быть он сейчас эволюционирует и прямо сейчас покажет, что он может думать и понимать, что делать. Смог атака тем временем у нас от команды Hellbear Smashers. Непонятно, кого только могут найти. Вот, например, Торонто Токио могут подцепить. Гилгир идет. А он аккуратный, смотри, он осторожный. Должен был увидеть, да, но вижу, не хватает, успевает Ракетка. Улететь. Успевает, успевает улететь. Да, хукшот еще был потрачен в пустоту. По итоге такая себе атака получилась от Хелберов. Сверху вышки уже нету команды Spirit. Можно перетянуться на мид, как вариант, конечно, Хелберов, и попытаться запушить вышку здесь. Но, как Димон говорил ранее, пуш потенциал, конечно, очень слабенький. Никакующий вообще, да. Знаешь, вот против их пика, вот в идеале еще какую-то тринта иметь. Все, это игра на час. Так, опять врыв на Все в него кидаем. Ну, давайте посмотрим. Давайте. Встретим.
3 хп. Девочку, стакаем пассивочку. Верка почти умерла. Тиммер сейчас полностью отхилится. У него будет 2-4 хп регина. И уже даже Тиммер типает Верочку. И Мирана типает Верочку. Это реально вот то, что сейчас происходит, это мем. В прямом эфире. И вот смотри, у него фул хп. У него фул хп, он говорит, мужик. Давай. Красава, давай еще. Нет, ладно, да. А еще иллюзии. Акс, дай иллюзии. Дай деньги бегут. Деньги сюда. Оп, минус один. Оп, минус два. Изи. Да, ну что ж, по итогу ни с чем не уходят сейчас парни из команды Hellbear Smashers. А вот Пака привязали, неплохо. Пака могут добить, успевает с Торонто Токио. Ну вот гибает. Он ошибся. Вот это маленькая такая надежда, маленький призыв. Внизу. Пошел у нас генерал. Поймали здесь у нас Ятора. Ятор пытается Полем. Улететь за счет того, что потратил БКБ и справляется с этой задачей. Не умер он по итогу. Что не может не радовать спиритов, я думаю, в данной ситуации. Так, ну что ж, по-прежнему 2000 золотых сохраняется преимущество за командой Hellbear Smashers. Я так понимаю, Клокер здесь надолго застрял. Ну, я КД на ТП ждал, он откатывал тиммейт. Они просто Пака там ловили в последний момент. И он там остался. Бывает. Так, ДД. ДД важный момент. Успевает своровать из-под носа генерал. И поехал сразу же. В это время Эйс вырывается очень хорошо на двух героев команды Спирит. Можно попробовать теперь коллапсы под ДДшечку подцепить. А что у него по пассивке? Нет. Пассивки много. Да ладно, он говорит, оно или восстанирует, слушай, да. Оно учится. Так, ну что ж, двух героев забрали, может быть, попробует попушить легенько. А в это время врываются на Ятора. Ятора как же неаккуратно здесь подставляется. Он, Ятора погибает на ровном месте. Казалось бы, ничего не предвещало беды. Минус 3? Минус 3, минус 3. Слушай. Вот это их win condition. В принципе, до конца игры это то, что нужно делать. Понятное дело, что спириты здесь подставились, потому что вообще по-хорошему двум тонким героям бегать вместе не нужно никогда, особенно когда играешь против Акса, потому что тот же Оракл, ну там, чуть пытается сделать, та же Миран просто убежит. И за такие ошибки, понятное дело, что спиритов будет наказывать. То есть им нужно просто успокоиться. Потому что у них все было хорошо, да? То есть им нужно просто собраться вместе, снова пойти, поставить Тиммер, сзади стать Ораклу, Паку и Луне раздать свои спилы. Мирана ничего не будет, как обычно, но, в принципе, тут команда 4 на 5 без него прекрасно справляется. А здесь мы видим, что пошли ошибочки уже самих спиритов. Интересно, почему? Пытались подловить сейчас Торонто Токио, Эйс немножко не успел, но, наверное, в первую очередь стоит Торонто Токио похвалить, чтобы он успел среагировать. А вот Мипошка, к сожалению, в таверну. Да, да. Здесь, и коллапс ничем помочь ему варечку не сможет. Варечку наяривать. Так, ну что ж, верхняя линия пушится в сторону спиритов. Нужно будет дефать сейчас как-то базу. В это время снизу Пак пытается в макро-доту играть, сприт-пушить и так далее. Но это все, что остается, наверное, делать спиритом сейчас. Явно не спирит вышел, потому что БКБ... Вышел? Ну да, вышел с хайграунда, потому что БКБ у Луны есть. Имир уже довольно-таки неплохо одет. Там еще остальные игры находятся сзади. Если они сейчас реально будут просто сидеть на базе вот так вот и выходить отдаваться по одному, то там будет перефор. Опа! Здравствуйте, ваша остановочка! Вот это будет происходить, да? То есть если они сейчас просто будут бегать по одному, то их просто будут убивать нон-стопом. Зачем они это делают? То есть, понятное дело, что против Клокверка, ВР-ки, которые тут бегают, рассекают по всей карте, сложновато спидпушить. Они закрывают вообще любого, просто хукшот, шеклшот и яхла. Очень хороший фраг получился по итогу. Пака забрали, просто не выпустив его из контроля. И там остается буквально 40 секунд до появления следующего Рошана. Ну, есть нападать на коллапса, но пока такое грустное нападение. Сейчас совсем не пробивает Тимбера. Как там дела по графикам, мне кажется, за последние вот, сколько там, 4 минуты, да? Даже где-то за последние 5 минут там где-то плюс 5000. Ну, должно я быть. Я бы глянул, ладно. Ну, около того должно быть в любом случае. Да. Да. Очень много. Вот, смотри, это буквально 5 минут. Сейчас еще будет Рошан. С Рошана падают вещи. Мы с Рошана поднимаем вещи. У нас там уже больше пятнахи. Если еще пару раз выйти вот так вот с базы фидануть, то поздравляем, спириты дарят Хеллбэрам первую карту. Вот они стоят. Ну, мужики, выходим, мужики. Стоят давай. Аккуратно. Опять же, Рошан появился вот прямо сейчас. И должны догадываться, я думаю, вот команда. И Рошан богатый, да. Рошан богатый, Рошан ждет. Рошан будет рад кого-то одарить. Мипошка. Мипошка, куда же один. Ты, Мипошка? Эх. Мипошка погибает снизу, тем временем что-то происходило. Там у нас Торонто Токио пытается просто крипскипать. За ним, кстати, выехал генерал. И не один. Там еще и Худвинг бежит. Ну, Торонто Токио, наверное, заберет здесь пачку крипов и уйдет. По идее. Там, надо бежать. Рассветочка есть. Опа! Гольер поехал. Генерал. Сюда пошел. Угадай. Не угадал. 50 на 50. Арба. Здесь.
Не, ну пока поймал, кстати, Гилгир. Хорошо, коги пошли. Хватит ли урона, чтобы собрать? Да, хватает. Видишь, Торонто Токио очередной раз погибает. И в одном и том же месте, заметил. Да. Он погибает не первый раз. Штормер еле убежал, я смотрю. У него остается очень мало хп. Коллапс бежит за ним. Чикрам не попадает. Коллапс не догоняет Штормштормера. В итоге стрела тоже пролетает мимо. Подтягивается Ятор, но тоже не успевает. И Штормштормер летит. Просто тэп-аут. Ну вот надо Пака как-то вернуть в семью, потому что он что-то совсем... То есть он самый надежный из них, он дает дримкоил, и там можно хоть что-то начать делать, да? Потому что если Пак не начинает драку первым, другим героям драку первыми начать сложно. Поэтому Паку нужно вспомнить, что спидпуш — это здорово, но эти герои его ловят, особенно если захотят. Поэтому давай, Пак, дружище, возвращайся в семью, нажимайте смок и вперед. Гоу-гоу-гоу, Рошан стоит, если проиграем драку, все, ГГ и гоу следующее. Давайте, ребят, давайте. Давайте посмотрим. Рошана что... пока что забирает у нас Хелбера. Да, потому что из-за того, что Пак погиб, он не появляется, его нет, и Рошан дает спасать на халяву. Очень быстро развалился Рошан. Пауэрапы все лутают сейчас парни с команды Хелбер Смешер. Составляют все для Клокверка, и шарт, и цирк, понятно. Ну, аганим у него просто уже свой есть. Клокверк-то богат. Да, смотри, Клокверк Пака почти... Клокверк... Ну, слушай, Клокверк два раза уже Пака поймал. Давай с этого. Да, он так почти что... догнал Пака уже по нетворсу. Это... Так что ему нужнее. Ну и теперь нужно от обороны как-то отыгрывать спиритом, потому что по их душу уже Хелберы выехали. Пропушена верхняя линия, пропушен мид. И вот Эйс ищет момента, чтобы ворваться. Пак приобретает аганим. Ну все, дружище, да. Ну что-то 100 лет, правда, мы не видели от него ультимейтов. Если честно, вот он Гилгир. Хорошо, стрела летит, пролетает мимо. Так, Клокверк взлетает сам. И ставится пауза. Вот Team Spirit. Два героя дисконнектятся, подождем. Да, там просто крипы уже на базе развлекаются во всего спиритов. И нужно кому-то будет возвращаться сейчас отпушивать. Потому что иначе минус Т3. Смотри, как хорошо летит прям Супермен. Он все видит. Ладно, Iron Man, наверное, в первую очередь. Железный человек. Ну, похож реально, что. Робокоп тоже летал? В третьем эпизоде только начнем с этого. И то недолго. Но, кстати, Клокверк чем-то похож, потому что он тоже недолго летает. Да, есть такой момент. Давай посмотрим на убегающих. Да, тут сейчас будет драка. А, догоняющий, смотри, догоняющий. Да-да-да. Тут сейчас будет драка. Так, пошел Бим, пытается Клокверка забрать по-быстрому, удается это сделать. Окей, тут у нас врыв от Эйса очень даже хороший, погибает пока что Мирана. Фоксит в это время Штормштормера, Штормштормер тоже погибает, отправляется в таверну. И пока что 2-1 размен. Эйс просто бегает и его катит. Ждут, пока закончится Блокинг Бар или так далее. Но тут зажимает в итоге Ятора. Ятора погибает, Торонто Токио тоже больно ему, выбивают Аегис. Отлично, врывается коллапс. Генерал здесь, Эйс возвращается обратно. Ну а что дальше делать? Ресурсы потрачены. Тимбера надо убежать. Тимбера, я не знаю, Тимбера мне как устанут его убить, он, скорее всего, ну, просто уйдет. Ну, там фокус фар сейчас будет, смотри. Ну, давай посмотрим. Привязали. Ну, их тут 5. Ну, слушай, да, ладно, пятером убьют, окей, да. Согласен. И Оракл, который шел его ставить, он отправляется вместе. Тоже погибнет. Да, в итоге выживает только Пак, получается, да, в последней драке. Ну, бежать нужно было сразу, ну ладно. Ну, могло быть еще хуже. Так-то они на байбеке развели оппонента. Два байбека сделали. И если сейчас база не упадет, терпимо. Все еще играбельно, все еще играбельно. Вот. То есть уже видно, да, что они дерутся. Вот представим, что нет Аигиса, представим, что нет байбеков. Представим, что никто не байбекается. Или, допустим, байбекается в ответ те же спириты. То есть такая маленькая надежда есть. Там 1% или меньше 1%. В общем, есть надежда. Может быть, Аигис начнет фигню делать. То есть все может быть. Так, ну что ж, последняя внешняя вышка упала, и теперь на хайграунд заходят парни из Hellbar Smashers, начинает падать Т3. Нет нужен... глифа, фортификацию в спирите. Нужен вот Пак, чтобы задуть крипов. Нужен Пак, чтобы он дал первый и второй. Пак, вернись на родину и кидай. Рифт арбу. Крипов нужно задавать. Пока решили отступить Хелбера. Ну, понятное дело, сейчас уже появится и Луна, скоро появится Тимберсол. Да, нет смысла там задерживаться, ну, на КГ, на вражеском. Ну, последние 15 минут работала тема, что они просто находятся возле базы, и спириты выходят по одному. Сейчас, возможно, спириты, ну, наконец-то поймут, что пора завязывать. И давайте сходим куда-нибудь. Давайте командная Dota, Dota 5, International, все дела. Вспомним о том, куда мы едем очень скоро, поэтому давайте поиграем в
командную игру. И они сейчас пройдутся. Тут они с большой вероятностью никого не найдут, но хотя бы поставят варды. Вот эти варды — это, возможно, будущая надежда, что кого-то они на этих вардах поймают. Или же они сейчас аккуратненько даст парень, аккуратненько идут на свой треугольничек. Так. Они знают курьера, они знают. Курьера видят, наверное, палиться не стоит. Ультмираны. Да, нужно ждать ультмираны сейчас. Еще один смог. И Гилгир спалил все это дело. Успеет уйти? Нет, не успевает, похоже, уйти. Скорее всего, Гилгир заберут. Хотя нет, Гилгир живет. Эйс врывается по двоим. Отличный кол. Минус раз, минус два. Сейвы не работают, к сожалению. Луна погибает без байбека. В это время продолжается погоня за Мипошкой. Мипошка здесь, скорее всего, тоже не желез, конечно. Должны отпускать. Отличный врыв от Эйса. Да. Ну и Клокер, получается, неплохо на себя забайтил. Не, нормально. Слушай, он солюционировал, мое уважение. Ну, тут же навато вообще получилось, да. То есть они вообще ничего не нажали на Клокерка. Могли хоть какую-то ульт отдать. Ну, я понимаю, что там Пака хочет дать дремкой. Там Тиммера нашли, слушай. Если сейчас Тиммера заберут, то это вообще фиаско будет. Ну, вообще должны. У него Блэдмейл скоро закончился. Тут много. И плевали они на Блэдмейл, они прям в этот Блэдмейл лупят. Убили. Ну вот, попробовали. Сделали ошибки. Поняли свои ошибки. Прямо сейчас уже, по идее, можно сдаваться. Потому что уже маловероятно, что что-то изменится. И следующую карточку сыграть понадежнее. Потому что здесь, честно говоря, они что-то слабенько сыграли. Потому что очень многие ставили их на место фаворитов, очень многие предиктовали там их коэффициенты. Согласен, помню, да. И сейчас они играют как вот... Ну, не будем, это не тот уровень, да, который мы видели до этого. На инте с такой игрой вообще нет. Не то, что было на квалах. Инт с такой игры на инте топ-16, поэтому конечно, сейчас им надо это показать игру покачественнее. Здесь, я думаю, что никто спорить не станет. Потому что ж падает вторая сторона. Да, потому что вместе они что-то начали делать только вот на 35 минуте. Они попробовали сделать хороший такой качественный выход, но там уже и перевес. И здесь мы признаем, здесь Эйс сыграл очень хорошо, ворвался как батя. Хотя они сами поставились, но это не важно. Так, 20 тысяч. 20 тысяч — это много, но... Саня, вот что ты делаешь, когда тебя обгоняют на 20 тысяч? Давай, вот что ты делаешь? Дофармлю какой-то артефакт, разобью смог, пойду подерусь, если не удастся, ГГ и go next. То есть ты провоцируешь твою команду выйти с базы, да, чтобы мы еще не сидели 20 минут? Потому что, а какой смысл? Если ты будешь сидеть на базе, то есть противник будет знать, где ты. Единственный шанс как-то удачно провести драку — сделать что-то неожиданное. То, чего противник не ожидает. Ну, как, знаешь, как там говорил Нутейлс, надо сделать какую-то фигню, именно, спровоцировать на какую-нибудь фигню. Ну вот они сейчас, в принципе, да, то, что уже как-то вот у них с тимплеем не пошло, да, то есть вот надежная, проверенная дота, которая обычно присуща Team Spirit, вот она не на этой карте, она где-то, видимо, на другой будет, поэтому all in. Вот прямо сейчас идем, фидим, умираем, пишем красиво ГГ. Да, мы бились как львины, да, вперед, 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 мужики. Два рефрешера, один у Пака, другой у Пангалира. Главное не бояться, мы знаем, что мы идем фидить. Мы все знаем, что мы идем фидить. Эйс, поймать, хорошо, поймать, убить. ПКБ, мешать. Эх. Не убили в итоге Эйса. Эйс колит на себя сейчас Ятора. Ятора начинает танковать неплохо. В это время заряжает белочку ультимейт свой. Сейчас все полетит. И минус. Ятора растворился буквально на глазах. Его не стало. Ну что ж, коллапс тут ничего пока что сделать не может. Летает Штормштормер, получает стрелу. В это время въезжает генерал. Коллапса сжимают там втроем, пытаются его забрать. Коллапс, может быть, кстати, еще нет. Слушай, тут респект, что они вышли. То есть вот... Первые 35 минут игры помянем. Первые 35 минут игры помянем, а вот за последние 5 минут игры респект они хотя бы попробовали что-то сделать вместе, но тут уже просто дикий перефарм. Да, 20 тысяч, такое очень сложно камбэк против хороших оппонентов. Да, и вопреки ожиданиям многих, Хелберы побеждают на первой карте. Ну, слушай, стоит их похвалить. Отличная игра. Да, нечего добавить. Не, ну, были моменты. Были ошибки. Были вот эти прыжки в Тимбера какое-то время, но он исправился. Он научился. Он красавчик. Сегодня он растет. Но зато в целом драфт очень лаконично смотрелся. Отдельно стоит выделить, наверное, Гилгира на Клокверке. Очень хорошо отыграл. Да. Достаточно... Тоже наш мальчик. Тоже. Да, достаточно... И Гена на Ну, на... я думаю, что генерала упоминать лишь раз не стоит, потому что генерал всегда выделяется на голову выше всех остальных здесь, если честно, вот так вот если посмотреть. У него даже порой, я вот помню игру, я одну комментировал, где он был на Пангалере, у него нетворс там на 2000, а на 15 минуте был больше, чем у его кэри. Это ошибка. Команде. Это ошибка, Саня. Почему? Гена душит, пока Гена разваливает, надо упоминать. Витя машина. А, окей, хорошо. Но будем упоминать, получается, каждую карту. Да. Поставлю себе заметочку. А уйдем пока на небольшую паузу рекламную. Вернемся уже с нашей аналитикой. Никуда не переключайтесь.